В Свердловской области до 2025 года намерены вдвое увеличить процент обработки твердых коммунальных отходов. Этот показатель планируется довести до 40,5%. В Свердловской области сейчас работают 4 мусоросортировочных комплекса общей мощностью порядка 270 тысяч тонн в год. Согласно поручению Владимира Путина, до 2030 года необходимо создать объекты, предусматривающие обработку всего объема и переработку не менее половины коммунальных отходов. В этом году в регионе также завершено строительство мусоросортировочного комплекса в Краснотуринске. Сейчас идет пусконаладка оборудования. Второй крупный сортировочный комплекс в 2024 году появится в Нижнем Тагиле. Кроме того, уже идет проектирование еще 3 комплексов в Красноуфимске, Камышлове и Первоуральске.